Котя на нас смотреть будет? Котя нас смотрит. Пойдемте. Смотрите, задача девочек, мальчиков, палку забрать. Вот я ее держу. Ваша задача на пальце не просто забрать, а как бы вы... Идем, смотри внимательно, смотри, как объясняют. Сейчас будешь у меня внимательно слушать. Объясняю, как видишь. Да, но смотри, можно применить, как это на пути есть. Да. Раз можно эти применять, можно вот эти применять действия. А мы создаем, молодец. Давай. Крутись, правильно, все правильно, не бойся. Крутись. Прокручивайся прям под палкой, пролази. Раз, вниз ее. Выкручивай. Давай. По-всякому, как только можешь пролезть, по-всякому пролази. Сейчас отберет. Смотри, если давай. Отберет сейчас. Отобрала. Что там за забрать? За цвет.
да? Даже как? Вот так вот. Не только вот так. Да, не все. Я не поднимаю, я не вижу, стараюсь выбирать. Мне приходится сказать себе. Не говоришь, но больше оценка. А ты ничего ближе не говоришь. Хитрю. Ты серьезно, у тебя лучше отмените. Вот, смещение с линии выстрела, с линии атаки. Так, вот
должно быть как правило действия, не особо, потому что если пошло действие, я с этим понимаю. Если, ну, в идеале, там, если у нас куда все это было, если с одной мы любом убываем, не успел, если мы поднимаем, раз, иди сюда. Хотя, ну, хотите, просто маленькое замечание. Давай, попробуй, да. Ну, смотри, я с оружием, да, это правда. Зачем мне делать вот так? Потому что когда идет стрельба,
бацну, ты бу-бу-бу-бу. Ну, это конечно, это показуха кино, да. На самом деле, вообще, на самом деле, даже если это... Если вот так. В идеале, вот, самый лучший вариант, это спальник, как бы из человека, не так, как в кино, он смесь в кармане. Я прям туда вдал. Нет, ну как же можно вытащить, там факт, но ты не на вытянул руку. Чем хорошо в карман? Гильзы я никуда не отдал. Понятно, да. Не вылезли, способ. Я не прицелюсь, но это в кино там. Вы как раз смотрите. Я почему не прицелюсь? Если мой пистолетный выстрел, там даже пистолетный. Если наработано тело как бы на ось. Кто бы там это сравнивает, там кто быстрее, пистолет или нож, там вот эти вот моменты. Ну в любом случае пистолет быстрее. Конечно. Потому что когда ты видишь, он больнее. Даже не то, что больнее, просто когда ты видишь, вот смотри, одинаковые дистанции, да, там у тебя пистолет в кобуре, вот, допустим, да? И у меня она в кобуре. Да, я выгублю тебя, я сложу. Что делать будешь? Отходить, доставать и стрелять. Да. На кувырок с доставанием. Кстати, отрабатываем. Нету такого, прям вот врыл все, и жди там, натыкивается. Что-то отрабатываем, запрос. Человек должен тоже показывать, да, когда не просто стоять. Ты поднял, как бы, бар, и тоже надо действие делать. То есть тоже должно быть качественно сработанная сторона нападания. Не просто как банально, вот, как мы сделали вот это вот раз, там, и отбиваем, я понял. Смотрим. Ушел с линии атаки, забрал. Не то, что ты говоришь, это одно единственное есть, если приезжать. Можно прямо в пыль, прямо бах, выкинул ногу. Нет, смотри, если мы смотрим, тихо. Если мы смотрим взаимодействие оружия и руки, если мы этот вариант рассматриваем, я лучше, может быть, вообще убегу. Я лучше, да, или кирпичом ударю. Если замкнутое пространство какое-то, как бы близко, там, как... Куда? Ты не сам уходя с линии. Допустим, да, смотреть. Лифт. Самое лучшее это поймать. На удар. На удар. Хороший способ. Нога хрена, вот я ударю его, даже попав. Па-па-па-па! Давай, вариант. Ну не факт, что получится, поэтому не встать, не могу присесть. Пальцы здесь, да, как мне забрать надо? Раз, отпускай спокойно, то сам отпускай, то есть. Если показать свое будущее, вытащить спокойно, отстрелял. Спокойненько, раз, ногу сильно загибнул, бар-бар-бар, провел действие, да. Вот прям так нажмешь, сделаешь. Еще вариант такой. Руки вверх, штаны наверх. И забрал, спокойно говоря. Здесь надо взаимодействие. Кисть, пальцы. То есть они же здесь. И опять, если твой палец попался, вообще классно. Ну это да, он у меня сейчас прям туда эта штука влезет под ногу. Забрал. Щечки надо тебе. Ну давай еще раз. Вот так, сейчас одну буду. Бам! Скрутил, ручка вверх, третий к себе прижал, прям за, взял. И можно контроль, можно вот так взял, вот здесь тоже, ногой подбил, сюда, орел. Закинем прям пыром, бам, сдох, и забрал. Есть, есть. Че, зайчик? Че, зайчик? Давай, давай. Тебе можно конфету? Одну можно. А нам конфету? А нам что, ты не угостишь нас конфетками? Раз, даже, например, пошло действие вот той рукой, как бы удар, да, может быть. То есть отыгрываем варианты разные. То есть, бум. А, нормально, зацепил, смотри. Понизу руки. Удар. Нормально. Руки вверх, штаны наверх. Конфетку? Дашь конфетку не разрешаю? Да, да. Дашь такая, а? Ну сейчас, подожди, яблочко поверь. А что она тебе говорит? Почему не разрешает? Аккуратно, не удается. Потому что эти ее конфетки... Это Ленин, это подарок Ленин, наверное. А тетя Лен уже приехала, ты ее видела? Стоять, бояться! Не боюсь, стоять. Ну, если я думаю, она тебе объяснит. Это подарок для рождения, Леня.
Дарья Сергеевна, объясните, пожалуйста, почему нельзя в этой стой, стой, аккуратно. Стоп! Мне кажется, она не быстро. Меня посмотрите. А смысл то, что вы меня смотрите. Аккуратно, хорошо? Братик маленький, братик большой. Да, давайте, стоп, не хулиганьте. И спросите у папы, можно ли заниматься? Я здесь, даже если начинаешь бить, я просто бак от один вместе с кожей сниму. Самый лучший. Это от. От. Потому что когда я делаю вовнутрь, я и к себе вовнутрь делаю. То есть есть вариаций больше. Это самое лучшее, если не, мы не смотрим варианты. Тогда можно и отбить, и прочее. От себя, да. Здесь она в зале сейчас. Нет. Да. Раз, все, где пальцы, я сейчас буду искать. Все, снял, да, уже кожу с пальца снял. Вот сейчас мне ее перед глазами нет, она вроде в бане. Хотя вариантов, ну, очень много вариантов. И винтовых, ага. Там есть и разных, красивых, и крутых. Но самый действенный. Ой, какой! Аккуратно, я сейчас все, не балуйтесь, ладно? Это я парням. Спасибо. Ты можешь так смотреть. Лицензию брать. Ты можешь просто так чик нажимать, да, кнопочку. Да, только не изначали. Он готов с тобой? Вы договорились уже, да? Будете заниматься? Или тебе просто хочется пострелять? Ну сейчас вот погоди, весна наступит, у нас много всяких штучек. Поедем, постреляем. Давай, молодец. А куда ты целишься? Не, ну тут куда-нибудь прицелиться, и, например, не подумай, как у тебя получится попасть сюда в меня. Знаешь, как правильно целиться? А как ты думаешь, как надо целиться? Интуитивно смог подобраться? Или что целиться? Вот посмотри. Это лучше ближе, потому что... Не держи так, когда человек одной могут ударить. Вот в разрез вот сюда соединить, да, чтобы вот мышка была ровная. Я так и делаю. Да, Стер, ты париться будешь потом? Да. Я пошел вот потихоньку. Ау! Давай, думай, думай, думай. Молодец. Давай, поджимаемся. Попался. Потому что было, да? Понимаешь, да, за что? Чё, что-то потеряла? Наш где-то может быть с хлебом, поэтому уронил хлеб, надо упор лёжа принимаем. Что, показать, что поднимается? Да? Делаем раз. Делаем два. Четырецкая. Я же задаю. Ага. Раз. Два. Ручку в сторону поставим. Раз. Два. Ручку ещё к себе поверну. Раз. Два. Ручку еще к себе. Молодец. Раз. Нет, смотрите, вот так. Два. Ручку правую вперед. Раз. Два. Ручку правую вперед. Раз. Вот так, да? Два. Да. Ручки вместе. Вот так. Раз. Ручки вместе. Вот так. Молодец. Раз. Ух ты, как завернул. Два. Одну ручку поставил на другую ручку. Молодец. Делаем раз. Давай, давай, давай. Ставим два. Теперь другую ручку поставим. Стоять! Что такое? Делаем раз. Стоять! А что это тебе такое? А что ты убегаешь? Это пистолет. А что убегаешь? Молодец. Это десяточку сделаем. Давай, с братиком можешь поиграть. Колечко? Ромашка. А? Что будешь делать? Что будешь делать? А? Что делать? Молодец. Что, Дарья угостила конфеткой? Вкусная конфетка? Яблоко вкусное? Так, стоять бояться! Все, все, стою, что надо отдать? Ничего отдавать, да не надо? Деньги. Деньги? Как?
меня даже бабло гонит, у меня даже карманов нет. Ты Дарья, ты какие чай несешь это? Бабло, говорит, гоните. Я вот и говорю, я водил. Наши ребята и девчата говорят, бабло гоните. Я водил. А вот атаман, да, пришел? Да, да. Бабло собирает. Мои Давай пятюню. Нет, пятюню. У меня пятюня вот есть. Бабло. Нет, денег нет, я вот уважение. Ладно, нет. Тогда вызывайся, бабло. Сашке еще забрать надо сначала.